часа дня вот такая посмурнятина. Наконец-то мы выехали. Вообще не хотелось. Градуса плюс, как видите, тает потихоньку. Такая грязища. Объезжаем. Хочу проехать по заводской. По улице строителей. Короче, коридор куда-то повезли. Надо же, как пасмурно. Мечеть наша. Там уж всегда прибрано. Участок, у каждого есть какая-то зона ответственности. Но в такую вот погоду убирать, конечно, еще земля каша-мяша. Ой, тут что-то расчистили участок. Сосны порубили. Видели вы, я что-то пропустила. Сосны убрали, трактор. Опять что-то. Смешно. Вот, не выдержал. Это на
слева вот Сударушка, баня, Водолей. Что, заедем туда? Вот Водолей, оздоровительный комплекс. А Сударушки сейчас, как мы видим, красная и белая магазин. А впереди пятиэтажный дом. Строителей 62. Впереди девятиэтажка, это Пархоменко. Интересно, тупик там или нет? Так, слева строителей 60. Вот такие дворы, вечером все машинами заставлены. Ага. Тупиковая ситуация. Заехал во двор, тут вот они встанут, потом маются, разворачиваются. Вот так мы с вами прокатились по двору, даже тут как-то светло. Строители 62. Значит, у нас пятиэтажки панельные, это девятиэтажки панельные, уже у всех окна поменены. И сейчас, если окно не поменено, значит, или никто не живет, или совсем все это, может, какой-то малоимущий пенсионер. Вот видите, впереди домик покрашен, оштукатуренный. Если бы весь район был такой, да еще в разные цвета, и у нас было бы как в немецкой деревне. Красота красотовая. Строители 69, это впереди. Ну, тут главное, пара домиков сделаны. Строители 56, а слева. И следующий дом уже облезанный, красивый. Строители 54А, значит, где-то есть 54. А садик тогда кто? Строители 64, что ли? Вот такой райончик, 67-й квартал. Специально едут. Давно просто не ездили, уже самой охота. Строители 50А. Магазин «Маяк», строители 43 справа, 48А слева строители. Так, такой тут поворотик. Кто перед лежачим полицейским делает колодец? Дом 44, лесная 42, слева, справа лесная 9. Садовый дворик, кругом садовый дворик, и смотрите, тут переход по диагонали, по светофору, потому что он отрегулирован так. Светофор для водителей, и он мигает, видите, светофор для пешеходов. Нравится мне, что темно на улице. Сейчас поделаем кое-какие дела. Плюс 7 он на магазине показывает. Красный, видите? Показывает плюс 3. Дома показывала плюс 1. Так, нам зеленый. Едем потихоньку, все рассмотрим. За нами никого нет. Когда за нами кто-то есть, я ускоряюсь. Ну вот Урал без новых баннеры. Сделал. Это улица Пархоменко.
менял сейчас, по-моему, тоже или монетка, или пятерочка. Справа магнит. У нас одни пятерочки и магниты. И среди них алкоплюс. Затерявшийся. Едет справа без фар, его вообще не видно. Ему можно, если мы поедем без фар, нас сразу же остановит стопудов. Ну и вон баня впереди, новый отдел по работе с персоналом приглашает, и различные профессии пиарят. Здесь стабилизисты очень хорошо получают в деньгах. Зарплата хорошая у них. Ну и работа у них очень ответственная. И очень они интенсивно ездят. Ездят всю смену. Как муравьи. Мы были на карьере, видели все, видели. Все видео есть. Смотрите на канале, набирайте поиска, допустим, карьер, или, допустим, улица такая-то. И если на эту тему у меня есть видео, оно обязательно выскочит. Так что все снято, переснято. Ходили еще в предыдущем видео, не так было, а уже все. Вот липы оставили, хорошо. И вон трактор. Трактор гребет, гребет, гребет. За нами никого нет. Едем. По Уральске в апреле месяце 2024 года. Сразу как светло, хорошо. Ну и вот этот слева паспорт мы читали объекта. Так, периодически включаю вентилятор, потому что окна запотевают, влажно на улице. Вот, обращаем внимание. Биг Бен. Погоду, конечно, это бы все смотрелось по-другому. Ну, нам для истории как есть, так есть. Впереди слева бывший ресторан «Урал».
сторону аллея на улице Уральской. Колесо заезжало качнуть. Так, где-то тут у них яма такая, как это въехал. Сервис, шиномонтажка. Мужчины-то подъезжают, сами колеса накачивают. А девочкам-то как? А то они и девочки. Что-то строят. Смотрите, впереди-то. О-о-о. Так это что тут? Не здесь ли приют-то для собак? Да нет, магазин какой-то, супермаркет. Или водоканал. Что тут? Нет, не уборка, в колодце что-то ищет. Вот здесь уже уборка.
стреляют, они едут, тут уже нагребено. Откуда берется грязь на обочинах? Все спрашивают. Так самих обочин откуда? Ой. Светофор, слышите? Интересно, в домах слышно его, нет? Поедем прямо. Магазин на Мира. Тратить сертификаты, которые на 8 марта дарили. О, какой 103-й автобусик. Это новые. Меридианы, что-то им все недовольны. Пишут в соцсетях. Не знаю, не ездил. Пешеходики, пешеходики, пешеходики. Ты-то куда лезешь справа? Транспортная компания 3 десятки. Телефон 310-7-10-10. Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до минус 2, а днем завтра плюс 8, плюс 10. Капец, до минус 2. Дорогая, не жди меня, заглох. Дорогая, не жди меня, заглох. Тут мало кто ездит. Да и кто моего крокодила утянет? А я машину не брошу. Кто крокодила утянет? Ах. Эвакуаторы круглосуточно. Заказ по телефону и в мобильном приложении. Екатеринбург, полиция Маша, дом 9, офис 130, Украина 110, 665, 801, 13, 681. Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си. Они наши магазины. Идем. Уже прибрали. Посмотрите, какой порядочек. Люблю проспект. То бишь магазин проспект. Ну вот и солнышко, неужели? Выглянуло солнышко, блещет на лугу. Я навстречу солнышку по траве бегу. Кто ходил в хор во дворец пионеров? Как же это руководитель, это у нас звали?
Наталья Владимировна, что ли, на баяне играла. И вот заставляли нас петь эти песни, голоса ни у кого нет. И мы орем. Папа может, все что угодно. Плавать брасом, спорить басом, драво рубить. Все, отпели. Сначала распевка. Мия, ми и я. Что там там? Было лет, господи. Ой, еще сегодня мы здесь не проходили.